Всем привет, дорогие друзья, с вами Даваска. В этом видео пойдет речь о тех скинах и наборах, которые появлялись в игре только один раз в определенное время и больше никогда не встречались. Получить их смогли только те люди, которые играли в определенный момент или задонатили тоже в нужный момент. Поэтому приятного просмотра, а мы начинаем. Пацаны, кто еще без гильдии, рекомендую вам гильдию Black Star Team. Немного о гильдии. 4 уровень, 700к очков славы. Условия вступления, сейчас на минуточку, просто слушайте. От алмаза, ОС не меньше 1.5 в отряде и дуо. Это очень мало, просто если ты подходишь, то пиши ее главе по ссылочке в описании. А также, если ты вступишь в гильдию, ты получишь общение, турниры, конкурсы и много всего интересного. Пиши ее главе по ссылочке в описании. Первое место. Штаны ангела. Самые редкие штаны на мужика. Были в игре только один раз. Только один. И их получило человек 50-70. Может быть, чуть больше. Вот, штаны ангела. На втором месте у нас пропуски. Покупая пропуск, вы можете жить и быть уверены, что сеты пропуска, которые вы купили, больше не повторятся в игре. Это эксклюзив от разработчиков. Вы скажете, но был же эксклюзивный джекпот, где можно было получить олдовские наборы. Во-первых, его можно было крутить только один раз, и во-вторых, один прокрут стоил 2000 алмазов. И такого больше не повторится. Вот. Второе. Это наборы с чемпионата мира. Я имею в виду именно вот эти 4 набора. 2 мужика и 2 на девушку. Очень крутые наборы. Кто их забрал, нереальный вам респект. Потому что эти наборы вряд ли повторятся. Они очень красивые. С ними можно собрать тучу крутых сетов. И такие же есть на девушку. У меня не открыт только один фиолетовый. А где он? Сейчас его найду. Пропустил его. Вот. Это пропуск. Вот он. Вот такой же был еще золотой. Золотой можно было получить бесплатно. Эти 3 за донат. Эти наборы больше не появятся в игре. Далее идем. Инкубаторы. Забирая с инкубатора даже один сет, даже за один чертеж, вы можете быть уверены, что эти сеты в игре больше не появятся. Как только инкубатор закрывается, все, никто никогда никак не получит эти наборы. Это очень круто, и поэтому я сейчас стал по возможности забирать все 3 сета на мужика. Это вот этих кроликов, у них просто нереально красивые куртки. С этими куртками мне можно столько сетов собрать, очень-очень крутых. Поэтому, если вы... Вот сейчас идет тоже очень крутой инкубатор. Мой совет, забирайте с каждого инкубатора по возможности хотя бы один сет за один чертеж. Они в основном красивые. Сейчас посмотрим, вот. Вроде бы сверху, вот так, когда инкубатор только-только появился... Все говорили, фу, чё за стрём, мы-то это носить не будем, самый худший инкубатор. Просто запомните мои слова, как только он закончится, и следующий инкубатор будет подходить к концу, то пойдут в хайп вот эти дреды. Фиолетовые, зеленые и красные, на мужика. И сейчас с этими прическами можно собрать крутые сеты. А когда еще добавят новый инкубатор, и все поймут, а мне не хватает именно этой прически. А вы такие, а у меня есть? Забираете нужный сет, и все, вуаля, у вас очень крутой эксклюзивный сет. Поэтому, пацаны, по возможности забираем с каждого инкубатора хотя бы один сет. На мужика или на девушку. Тут уже в зависимости от того сета, от того, за какого персонажа вы играете. Идем дальше. Хэллоуинские джекпоты. Я говорю именно вот про эти 2 джекпота на мужика и на девушку.
Они привязаны к определенному событию. Хэллоуин. Вы скажете, но был же еще и набор с вампирами. Это были обычные джекпоты, но выпустили как бы в Хэллоуин, и что-нибудь криповое такое я сделаем. Ок, да? Но вот эти два набора, они привязаны именно к Хэллоуину и вряд ли повторятся в игре. Так же, как и костлявые наездники. На мужика и на девушку. Максимально редкие сеты. У единиц уже остались они играющих. Именно на мужика, на девушку. Бомбезно крутые сеты. Я бы себе хотел на девушку, но я за нее не играю, поэтому как бы хочу и хочу. И пофиг, не так сильно. А также вот этот кальмарчик. Я не мог его не забыть. Плюс оните в комментарии, у кого тоже есть кальмарчик. Этот безумно редкий сет, но за него сейчас не играют, потому что он огромный. Он очень огромный. Поэтому едем дальше. И на пятом месте у нас наборы за звезды. Это вот такой клоун. И еще два скина на транспорт. Это амфибия вот такая и тук-тук. Чтобы собрать примерно 100 звезд, столько нужно было, чтобы обменять либо амфибию, либо клоуна. У меня ушло 2000 алмазов за каждую сотню звезд. Это относительно немного, потому что сейчас эти скины очень-очень ценятся. Хоть и по редкости в топе они не поднимаются, но все равно я думаю, что эти скины заслуживают место именно в этом списке. Далее, не могу не упомянуть зомби-самурая. Очень крутой сет, бомбически крутой, где он требует сюда. Так, в смысле, он же в масках? А, вот он, зомби-самурай. Можно было получить его только 3 раза. Это сначала выдавались победителям ВБТ Турика, Нуада, Симона, СЗ Зонги. Потом было целое отдельное событие, посвященное зомби-самураю. Потом его ошибочно запихали в джекпот. Официально, чтобы прямо долго его можно было получить только один раз. И этот сет очень-очень редкий. Скоро анонсируют еще одно событие с зомби-самураем, но это возможно, и это будет скоро. Не могу не упомянуть еще футбольные шмотки. Это 3 пары футбольных бутс. Очень-очень крутых. Золотые, серебряные, бронзовые. Мало у кого есть все 3 пары. В основном 1 из 3 или 2 из 3. Это в основном. Также внимание заслуживают футбольные шортики. Они выдавались бесплатно. Но не все тоже их позабирали, потому что многие думали, а фигня, не круто. И, конечно же, футбольные футболки. Раньше эти лутбоксы с футбольными футболками стоили 109 алмазов. Сейчас я вот просто на 1000000% уверен, вы бы отдали и 1000, и 2, и 3000 алмазов, чтобы заполучить один такой лутбокс и получить одну футбольную футболочку для себя, чтобы в ней играть. Поэтому это сугубо мое мнение. Может быть, кто-то по ним не фанатеет, но хайп на эти футболочки присутствует. Поэтому пиши в комменты, если у тебя есть футбольная футболка. Всем спасибо за просмотр. Вообще, напишите в комментарии, какие из вещей, которые были в этом видео, есть у тебя. Очень интересно посмотреть. Всем спасибо, всем пока, и да пребудет с вами Скил.